Слушать мой мир отражается в лужах, и если я в твоих наушниках, значит это нужно. Мы выбрались наружу из трясины на суше. Это не голос простужен, просто нас заложен. Кореш горло сушит. Главное, чтобы сработали подушки в момент нужный. Обойдем по окружной, а там затеряемся в потоке. Не забывай, только Москва съедает ноги. Звезды падают в ноги, а нас забыли боги. Мы забыли, а не надеюсь, что мы не одни. Такой балкон, да, еще квартира в таком доме, еще и собственная. Такой да, новенький домик, смотри, это же стекла со звукоизоляцией наверняка, ничего не слышно, там врубай музыку, водокровать ставь, блин, с басами. Но просто, чтобы понимаешь, вот, улица шумная, но они специально поставили такие окна. Да и ветер. Это новый, да, дом? Да. Его тут раньше не стояло, его только построили. Я думаю, что это очень дорогие. Там руками не трогай, я сказал, собаки голодные. Тут похуй на моду, в этом сезоне, как и в прошлом. В моде водные кеды, скороходы. Несут по болоту, все в дерьме, по горло перемешаем. Мои шаги слышны, но все тише, тише. Она с головой, я все ближе, ближе. Новый день из жизни вышел, это original shit, которого едет крыша. Там он кто-то уходит, вот ему, вот этому дяденьке с дудочки, слышишь, Баварец, да, с трубой, блин, сраный. Ему вздумалось выйти там, да, а ты бы сейчас ему долбанулась взад. Все. Потому что какому-то баварцу, блядь, коренному. Музыканту. Непрецедентная право на блеск чистого разума. Каждый последующий шаг тяжелее дается, будто к ногам прислеплены лосины из свинца. И трижды будет прав тот, кто здесь остается, чтобы увидеть самому все от начала до конца. Но пути бесконечное число. Ямы ошибок людей, что из-за неперспективности свернули с тропы. Не претендую на такой этих всех подковы. Справедливее молчание не существует судьи. Заряжая на максимум стихом каждый вдох и рывок. И даже будь ты по жизни не ебаться пророком. Ночной город растопчет твое эго, дружок. Ночной город растопчет, йоу, растопчет твое эго. Поставь привычки, три билета к залу. Жебрец остан, а зло странно. Под управлением Тольятти, Москва. Это было предписано, перефразировано заранее задолго. Сочный подпольный бит и перекур около дома. Отличаю людей от людей. Мои шаги слышны, но все тише, тише. Не по нас головой. Я все ближе, ближе. Новый день из жизни. Это автобус впереди. Original shit, которого так много крыши. Шаги слышны, но все тише, тише. Этот с трубой идет сюда. Да. Наверное, будет когда уже фест. Полицаи стоят там. Полицаи. Блин, они перекрыли дорогу. Нам туда надо. А они перекрыли, да? Да, или тогда поедем сюда. Нам надо было по праву объездить. Все, они закрыли. А, вот он какой шик. Капец. Ну это шпиль, этот самый праздник. Там? Что за праздник? Вот хороший у нас клип получится сегодня. Надо было тогда там съезжать. Сладкий сон, сладкий сон, пули, а не пистон. Прием в Японд, СКВОФН 15-07. Начало, не путай мачете с нацкевским палевным кинжалом. Здесь тебя научат пить и стрелять. На, молодец. Там только прямо и направо. Он взял это, а я вот здесь стою, я рифтик, ну, правильно поворачиваю. Так я бы повернула бы, и он мне вот сюда бы, и полицаи стоят, и они все видели. Ну, они все так улыбнулись. Ну, еще, мы засняли его дочь крутой. Надо немцев аутентичных снимать. Они сейчас одеты, будут разодеты в свою национальную одежду. Мы с тобой уже который раз попадаем в какое-то шествие. То бир, вот это вот, да, и они ходили. Я не рэпер, и что же? А на кого я похожий? Не надо быть на кого похожим. Нужно делать просто свой стиль, гнуть свою линию. С такими ствол.
Такими валами на район, на район, гангстеры. Нас на районе, дочь, нас на районе. Не звонят, а звонят. Не звонят, а звонят. У нас на районе. Вот с такими валами, вот с такими ножами. Проезжаем наш суд, суд. Не судите, да не судимы будете. Вот это сделаны работниками из тюрьмы. Вот этот фасад. Здесь они приезжают на работу. Прямо из тюрьмы их привозят в тюремных робах. Они делают суд. Бесплатная рабочая сила. И этот суд, эти сука бюрократы меня уже достали. Они нам пишут отписки, требуют несуществующие долги. Эти гребаные придурки, эти трутни. Масоны, вот как раз вам масонский символ на этой церкви. Вот так вот, не надо уметь читать рэп, нужно просто делать фристайл. Джунго Жень идут по улице, уважаем Китай. Джунго Жень, это круто. Зер Хао, Джунго Хао Хао. А вот смотрите, это картина. Это картина масонов. Наш Людсбург, центральная улица, сердце, это вы видите с горы Марии. Вот именно эту улицу с высоты мы когда-нибудь заснимем видео. Именно оттуда, с того замка. Это еще та улица старого Вюцбурга, которая осталась целая после бомбежки. Это, наверное, и есть сам Вюцбург, центральный, который он был раньше. Один из немногих городов, который дольше, который старше, чем 1500 лет. Вот с такими стволами на район. Вот с такими стволами на район. Ух ты, блин. Сочные люди, надо было снимать вот так. Люди не хотят героев, они хотят жратвы. А вот центральный полицейский участок. И, видимо, вот эта вот часть маленькая. Здесь тоже раньше маленькие полицейские стояли. Ну, вот это и есть, наверное, самое сердце. Вот именно эта улица, вот этот выезд. И его же видно с замка Мариен. Мариенберг, Мариенкапель, сам Майн, конечно же. Там с Леночкой стояли. Да, там, вот там наверху смотрели сюда. Красиво. А мы с Леночкой вот здесь гуляли. Ну, вот тут, на этой части. Вот здесь, по этой набережной. Это же гангстер-рэп. Давай, сука, нахуй, давай. Давай, сука, нахуй, давай. И не надо говорить «ика, нах». «Ика, нах». Давай, «ик, нах». Давай, «эх, нах». Ух, чих, пух. Пих, пух. Хочу ударить по мозгам, а не прославиться. Я на нескольких километров подать из пального. Остальными словами сливаю на себя полива, застаиваем суставы на настойных травах. Стимулируем сознание, принимаем отвары. Пока мы в рэпе есть, цените ли вам будет чего упа. Если любите ли вам будет на что упа. Честь необходима ударить, ведь мой вопрос чести. Это мой ответ, зараженный ядом агрессии. Я на тысячи футов, чем мною вырваны божек. Подраженных на рычину, на даже кандушек. Наташка Антушка. Наташка Антушка.
все места заняты. Фристайл, все места заняты, сейчас будет фристайл. Куча объездов. Это капец. Попасть не можем. Слушай, это проблема. Так там тоже перекрыто все. Представляешь? Это проблема. Давай, сука, нахуй, давай. Давай, сука, нахуй, давай. Давай, сука, нахуй, давай. Сейчас давай, сука, нахуй, давай. Сука, нахуй, давай. Сука, нахуй, давай. Сейчас играем в антигрим. Прямо после клуба даром искривляем нас гитаром, вырываем. Мы чуть раньше выехали, они бы была свободна уже. Как бы на полчаса, или на час. Если ты мучишь себя, что-то стоишь. Ипаться сторон перед нами можем превратить в рак настоящий. Ловить технику рассчитавшегося пацаненка. Стоп, за тут вам ровно не нужна ни нитка, ни иголка. На районах дурдом. Балки, драки, палки, столки, кто-то делает ноги. От мрази наводим подтемках. А есть такие, кто с 90-х слился соки. От реальности ушел, став на белые дороги. А мы же продолжаем, стрел не подражаем. Микро, руку, пару напасов и отжигаем. На сцене спортивины, как наш Садриан. Или мы непоколебимы, наши стойкие грибули. Пидо, я нога хулиган, стоял ботиночки на ремонт. По-любому в черном, по-любому в рукаве карман. K-A-T-A-L, high double Z, правый берег и UFO. Еще оставим русском рэпе. Давай, сука, нахуй, давай. Пойдешь, делаешь себе хорошее. Давай, сука, нахуй, давай. Найди в темном переулке своего врага. Но враг сильнее тебя, ты нападай внезапно. И что делать, если такова судьба? Кризис, а чё кризис, а? Не оправдание. Найди в темном переулке своего врага. Но враг сильнее тебя, ты нападай внезапно. И что делать, если такова судьба? Кризис, а чё кризис, а? Не оправдание. Тупые пьяные уикенды. Кто-то с ума сошел, а там потом пойдут легенды. Иисус Христа по дворовым местам своим и чужим меняется суть, но не меняется жизнь. Хорошо, к жертву империализма. Кладбище парка травмированные недвижимостью. Невиданные красоты, превращенные в стройку. С волком мусора и металлома, с бетоном. Внутри протест. Уходи толпы, сиди, смирись, слышь, бухай алкоголик. Силы не равны между тем, где пацаны, где те, кто у руля твоей родной страны. Улицы еще хранят улики недавней преступности. Чья-то глупость кому-то обрисовала законы сущности. Твой сосед подслушивает, слушаешь. По-любому сдаст тебя мусору при первом удобном случае. Найди в темном переулке своего врага. Но враг сильнее тебя, ты нападай внезапно. И что поделать, если такова судьба? Кризис, а чё кризис, а не оправдание? Вот. Найди в темном переулке своего врага. Вот это психологический факультет, а вот здесь рентген открыл свои лучи. Вот это и есть мемориал рентгена, факультет техники как раз пластика, где я работаю в принципе, и измерения архитектуры, инженерного строения, и мемориал рентгена, Вильгельм Конрад Рентген, именно здесь открыл свои лучи, здесь стоит его лаборатория и предметы из его лаборатории. Сам вот этот аппарат большой, который на полкомнаты. Я там ходил с Леночкой тоже. И факультет, и аудитория еще находятся здесь тоже. Вот, индизм Хауза в этом доме открыл прям НДЦ Вильгельм Конрад Рентген в году 1895, названные по нему лучи. То есть рентгеновские лучи открыл в этом доме. Именно в этом доме. Вон его бюст стоит, голова видно отсюда. Рентген, да, историческое место. Найди в темном переулке своего врага. Но враг сильнее тебя, ты нападай внезапно. И что поделать, если такова судьба? Кризис, а чё кризис? Не оправдание. Мои 16 кварталов поля до помощи. Если мир море, то мир в нем корабль тонущий. Капитан корабля. Так как у нас вот этот вот народный фест, а на ужин ему перекрыли все. Посмотри на